Сейчас нажрутся и будут сидеть себе в аквариуме. Надо рыбу им взять, короче. Сколько они у меня, считаешь же? Неделя, да? Да. Побольше. Ну, неделю, считай, и плюс. Плюс они у нее сколько были у этой бабы, у которой купил. Короче, думаю, можно рыбу давать уже потихоньку. Ну давай, давай. Захавай эту креветку. Нет. Не хочет это. Сейчас другую будет. Это пацан сейчас хавает. И видишь, как они лапами ее разрывают? Коготки у них, блин, острые. Девочка уже все обходу налопалась. Все, кайфует, кайфует. Теперь хвосту, короче, чтобы они там покакали, посекали. Да. Потом их обратно направим. Видишь, что-то они оттенок не очень берут хавать. Мне нравится, когда так плавает посерединке. Вот так, давай. Все равно. Блин. Брат, это все из-за тебя. Кто виноват? Арат. Без сомнения, спору нет. Ну кто? Ну или Андрюха виноват? Сейчас насыплю ему полные карманы креветок, блин, сушеных. А ты что, вы сидите? Все? Ты все? Мы не сидим. У нас тут вообще-то кормежка идет полным ходом. Видеосъемка же сидит. Марат, ты шапку достигай. Ты же не придешь. Свяжи ему шапку. Слышь? Свяжи ему эту растаманскую шапку. Да я не смотрела, у вас какие-то бабские цвета. Пока ты здесь, ты как раз успеешь, да, связать шапку или нет? Ну, так я говорю, мы заходили вместе, мы смотрели. Там какие-то бабушки, не кофты. А таких ярких сейчас нет. Короче, вот так вот хавают мои черепахи. Идешь? Колготки, колготки.